Привет, друзья! Поражающее воображение. Гигантская летающая яхта-дирижабль, созданная итальянской студией Lazzarini Design. Это концепт, и не факт, что он будет воплощен в реальность. Но почему бы не помечтать? Время гигантских дирижаблей прошло, но люди все равно стремятся сделать что-то масштабное, поражающее дух. С первого взгляда даже сложно понять, что это. Одни считают дирижабль, другие – огромная яхта-катамаран. Определить сложно, так как это чудо техники летает и садится на воду. Дирижабль «Аэрьяк» длиной 150 метров напоминает гигантский катамаран с двумя дирижаблями, наполненными гелием. В центре находится главная каюта, вертолетная площадка и 8-метровый бассейн, а гостевые каюты в количестве 10 штук размещены в аэростатах. В воздухе «Аэрьяк» может двигаться со скоростью 111 км в час более 48 часов. Приземляясь на воду, скорость ограничивается 9 километрами. Балластная система и надувная основа помогают дирижаблю держаться на воде. Дирижабль оснащен солнечными батареями и имеет 8 роторов с поворотными механизмами, благодаря чему может двигаться и зависать в воздухе. Проект дирижабля «Аэрьяхт» в первую очередь ориентирован на туристические компании. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.